Самолеты военно-воздушных сил Захала под руководством разведки Шабака уничтожили минувшей ночью в Газе Биляля Аль-Кадра, командира отряда Нухба в батальоне Южный Хан-Юнис террористической организации «Хамас», ответственного за убийственный рейд в кибуцу Нирим и Нир-Оз. Кроме того, были ликвидированы другие боевики террористические организации «Хамас», а также палестинского исламского джихада. В течение ночи Цахал атаковал более сотни военных объектов в районах Зейтун, Хан-Юнис и Западная Джаблия, а также объекты террористической организации «Хамас», такие как штабы и военные комплексы, десятки пусковых установок, противотанковые посты и наблюдательные пункты. Также были уничтожены военные штабы террористической организации «Исламский джихад».